Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World, нет, Linkagame, но мы, в общем-то, еще имеем второй канал, который называется Jurassic World Ru, и здесь у нас выходят видосики про динозавров, то есть, напоминаю, они переехали с канала Linkagame на вот этот канал, так что переходим по ссылочкам, подписываемся, ребятки, да, ну, а у нас, получается, я после турнира не заходил, да, турнир у нас в понедельник закончился, а у меня сегодня уже четверг, ё-моё. Да, получаем Зуходоса. Отлично. Это у нас родственник Метриоринха. Так, давайте смотреть, что у нас тут еще есть. Вроде ничего интересного нет. Так, мясо. Ой, да-да-да-да. Тут надо. И давайте смотреть, что у нас тут есть по турнирам. Так, без ограничений. Это у нас подводный турнирчик. Так, а здесь у нас жестяковый турнирчик. Я думаю, мы сюда и пойдем. Так, и схватка редкие. Ну, ладно, с редким, наверное, мы идти сейчас не будем. Да, это вам не просто так. Ну, давайте, что у нас тут по травоядным. 5 косарей, это 2,5 у него, 2500 ударом. Давайте возьмем вот так, он подменится. Блин, неприкольно получается, неприкольно. Надо как-то по-другому делать. Надо вторым взять сигнозуха, а первым взять нужно все-таки хищника, наверное, какого-то взять, чтобы он не подменился. Давайте возьмем вот такого, потом травоядные вот с этими будут разбираться, а там можно взять, но амфибию нет, тут лучше не брать, потому что может быть очень больно. Ну вот так, давайте погнали. Хотя, блин, надо было в защиту поставить. Он же мог меня за 2 удара вынести. Давай. 2-2. Так, вообще-то я хочу, чтобы он походил. Я бы по-быстрому разобрался, а так у него уже 3 балла. Молодец. Блин, но у него тоже уже будет сейчас 4, это не прикольно. Ну, он будет подменяться. А значит, мы должны выжить. Так, у него 4, ну давай, подменись, либо атакуй на все 4. Ну, мне вообще устраивает такой вариант. Это шикардос. Распетляли. Четыре, атака на 3. Ну вот все, походу это победа. Раз, два, три, 4, 5. Так, кто у нас тут убегает? Нам не интересно. Идем дальше. Блин, опять травоядные. Тьфу, опять травоядных нужно брать. Трынь. Давайте тогда возьмем.
Кого что мы возьмем? Если мы возьмем вот так. Но ему на самом деле-то и подменяться не надо, блин. Тут такой вопрос спорный. Травоядный. Ну, попробуем. Если подменится, вероятно. Можно взять амфибию. Хотя, она тоже как бы здесь не шибко надо. Амфибия. Сегнича. Амфибия. Не, не будем брать амфибию. Вот так давайте попробуем все-таки. Ну, повезет, не повезет. Защищаемся. Блин, он так и решил проатаковать. Ну, я его сейчас могу легко вынести. Но это мне ничего не даст. Мне баллы надо. Баллы? Побольше баллов. Вот, он сменился. Это уже лучше. Ну, блин, но Сегнич один. Справится ли он? На два проатаковал. Не очень хорошо. Так, ну хорошо, хоть он баллы не перенес. Сейчас посмотрим, что, блин, они просто дико сильно бьют, они легко разберутся с моим. Блин, плохо сейчас будет. На 3 атакует, опять один балл приберегли, гады. А, ну хорошо, я его за 2 удара пробиваю. Четыре надо ставить. 4, потому что если бы он этот балл перенес, было бы хана, он за 2 меня легко убивает. Так, ну мы победили, то есть мы его за 1 пробиваем, у нас лишних целых 2 балла. Ну, он правильно сделал. Он все последние силы бросил на нас. Вот и все. Так, ну я так понимаю, следующий бой у нас будет тоже с метриофодончиками. Да, 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 у нас такая вот комбинация. Ну, травоядных у меня уже не осталось сильных. Хотя, что у меня тут по травоядным? Блин, ну никто не выдержит 2 удара, 2500... Никто не выдержит. То есть надо... А, вот кто выдержит. Точно, точно, точно. Точно, точно, точно. Вот так, давайте пойдем. Он даже С2 меня не пробьет. Ха-ха-ха. Ну, этот как бы не шибко больно бьет. Скажем так, не особо больнее, чем метриофодон. Давай, давай. Так, ну это неплохо. У него-то 2 косаря всего лишь сила атаки. Давай вот так. Три балла. Если проатакуют, вообще все хорошо, в принципе. Он не проатаковал, да? А я его пробил. Ха-ха-ха. Нежданно-негаданно. Но у него 6 баллов. Атака на 3. Ну, нам должно хватить 2 баллов, чтобы его пробить. Как раз нам и нужно 2 балла. Ха-ха-ха. У него осталось 2, а у меня 5. Или как там у нас? А, вообще. В сухую. Ам-ном-ном.
Так, ну и эта битва была у нас за очки доверия. Так, и давайте мы что пойдем? Такую. Вот, допустим, откроем один наборчик за десяточку. Вообще без понтова, но любимую Иоламбию нам дали, это хорошо. Так что, ребятки, не забываем подписываться на канал Jurassic World Ru. Здесь, как видите, выходят видосики намного чаще, чем на Linkagame сейчас. До скорых встреч!